произошло что-то ужасное с точки зрения образования молодежи. Я во Франкфурте на Майне жду посадки на рейс. Я летел из Туниса. Пересадка вообще, ну и жду посадки на рейс, который пойдет на Москву из Германии. Вообще очень интересно наблюдать за нашими туристами перед посадкой в наш самолет. Вот в дьюти-фри они начинают копиться, как будто плодятся. Крик, шум, гам, они же важные, крутые. Итальянцы присмирели, молча. Я никогда не видел молчащих иностранцев. Это наши накопились в накопителях. Что не персонаж, то перец какой-то. Там сибиряк, майки дизель, ивандатровой шапки. Значит, там три хакера видно по фигуре. Вот такие вот уроды такие. Вот. Они всю жизнь мышкой накачивают мышцы. Мышкоблудцы. Меня окружила компания. В общем, это, к сожалению, меня узнала компания одна. Я обычно так кепочку надену. Ну да, я говорю, кто-нибудь пройдет, скажет, урод он Задорнов. А тут как-то не докривил я рожу. И меня узнала компания, ну как вам сказать, таких сборная мелких... Нет, сборная торговцев мелких оптом России. Моднявые все из круиза. Круиз назывался «Бухалово». Они еще бухнутые. Они меня узнали. Мне пришлось работать в фотоателье. Я так поднял руки. Они у меня тут менялись все. Смотреть на них... Ой, когда наши мужики думают, что им идут вот эти моднявые бренды сегодняшние, которые конструируются дизайнерами Запада для европейских геев-подростков. Наши так смешно в них выглядят, вот эти, наши же все-таки мужики. И когда они надевают вот эти пиджаки укороченные, с рукавами короткими, а руки мужицкие такие, ими грести можно в шлюпке сидя. Я не могу, это Шарика в гламуре, вот это. Такой хряк в стразах. Ну, мы неоднократно это видели. В общем, вот такая компания. Ну, они когда сфотографировались, сфоткались, говорят, а где вы были? Я говорю, в Тунисе. А что в Тунисе делали, они меня спрашивают? Это же такая скучная страна. Как скучная страна? Почему скучная страна? Один говорит, ну, потому что... Ну, это только по пьяни можно так сказать. Потому что Тунис — это... Как он сказал? Не до Европы с Периазией в Африке. Все-таки способный наш народ такое выдать. Ну и я им говорю, ребята, вы что, это Карфаген, это римские города, это берберы, это финикийские порты. И я им отвечаю, они так смотрят. Они вообще какие-то слова такие, другие, не их. Я им спрашиваю, да, это все там? Я говорю, все там. И я... Так, тоже в восторге от того, что произвел впечатление, говорю, Ганнибал оттуда! Этот один хряк в стразах говорит, Ганнибал? Это который людей жрал? Второй его толкает, говорит, не позорься перед Задорновым, он о тебе расскажет со сцены. Людей не Ганнибал жрал, а циклон.